Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Алла Белочка. Сегодня у нас 29 мая, суббота, и я начинаю снимать свои вышивальные будни. Но перед тем, как покажу, что я буду вышивать, показываю вот такую красоту. Мы сейчас находимся на даче. Сегодня, кстати, у меня день рождения. Приехали к родителям в дружной семейной обстановке отметить этот праздник. Показываю небольшой фонтанчик, который приобрели. Вот такой писающий мальчик, ангелочек. Подсветка здесь такая забавная. Цветочки. Вот он какой. Смешной. Ну и май месяц. Цветочки некоторые распустили, что-то посадили. Так, это у нас петуни, да? А это у нас изобилие цветов, забыла, как называется. Ну, цветовод наш отошла, мама, которая заведует этим всем. Вот такой у нас интересный появился фонтанчик. Ну, в принципе, тоже зелень расцветает. Смотрите, и цветочки распускаются. Да, шашлычок покажем сейчас. Так, ну, еще мало зелени, еще не лето, конечно, но уже радует погода. Так, шашлычки жарим. Шашлычки, свининку, курочку. Курица на подходе. Вот, пора уже снимать. Ах, аромат. Обожаю. Мясо на углях, свининка. Класс. Ну и, конечно, я зашла в комнату, в зал моих родителей. Так, взяла наборчик, которым хочу сегодня начать, именно на свой день рождения. Мы договаривались с Людмилой Дорошенко. Людочка, тебе большой, огромный привет. Мы решили устроить маленький совместный отшив. Фирма «Алиса. Утро на побережье». Именно начать совместно этот наборчик. Замечательный морской пейзаж с домиками. Вот такие лодочки. Море цветов. Красивый сюжет. Солнечный, яркий, интересный. Размер 38 на 31 сантиметров. «Утро на побережье». Ну что ж, гамма сюда входит. Канва 16 Аида. Так, у меня тут все спонтанно. Конечно, в одной руке камера, а второй попытаюсь достать то, что сюда входит. Секундочку. Так, без монтажа. Во-первых, хотелось бы хотя бы несколько крестиков именно в этот день начать. Особенно с Людочкой мы договорились о том, что начнем совместно вышивать такую красоту. Она в честь своего второго дня рождения после сложной операции на голове. Все благополучно, слава богу, прошло. Вот, чему я, безусловно, очень-очень рада. Самое главное в жизни вообще крепкое здоровье. А все остальное приложится. Как мой папа часто говорит, главное здоровье, остальное мы купим. Вот, ну что ж, давайте сделаем обзорчик. Вот такая цветная схемка. Смотрите, какие значки. Не очень удобно, конечно, одной рукой. Ну, что поделать. Так, это один лист у нас. А вот и второй лист. Плюс ключик. Так, 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 смотрим. Ну, меня интересует в первую очередь ключ, конечно. Вот он, видите, бэкстич. Давайте посмотрим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Либо раз, два, три, четыре, пять. Хотя здесь в одну и в две ниточки. Нужно разбираться, что-то я немножко запуталась. Есть бленды, видите, пожалуйста, в три ниточки. В две полукресты идут. Так. Все вместе с вами впервые открываю, девочки.
Вот он, ключик, пожалуйста. Итак, вышивка у нас полным крестом в одну, в две ниточки. Есть полукрестик в одну и в три нити. Так, а здесь есть бленд еще в две. Нужно разбираться, очень интересно. Смотрите, смешанные цвета. Сверху один цвет, а внизу другой цвет, да? Так, направление стежка. Ну и вот, значки, смотря на ключик, 43 цвета. Сразу давайте посмотрим схемка. Вот, продолжение схемы. Часть, в основном, смотрите, полноценный лист такой. И вот здесь частично продолжение нашего пейзажа. Вот ниточки. Так, нарезка. Средняя нарезка. Вот такие голубые, зеленые, белые, серые. Дальше коралловый, пурпурный. Цвет пудры. Бежевые, коричневые, лиловые. Сиреневые, интересные, красные. Вот они, какие красивые. А, и на третьей планшетке еще три цвета. Вот. Вот такие ниточки. Так, канва 16 Аида. Плюс две иголочки. Вижу сразу здесь. Смотрите, игла для шва строчки, для бэкстича и для вышивки крестом. Так, правильно, по-моему, так. Вот такой отрезок. Ну что ж, не очень удобно. В полевых условиях снимаю обзор на скорую руку. Самое главное, мне начать его. Сегодня стартануть. Замечательный, красивый пейзаж от Алисы. Утро на побережье. Взяла я с собой туснапы. Нет, секундочку. Взяла я с собой, оговорилась, конечно, пяльцы от фирмы Нурген. Пошла организовывать, как смогу. И стану вышивать прямо здесь, в гостях у моих родителей. А мы скоро опять с вами встретимся. Ну, вот такой у нас скромный стол получился. Шашлычки, суши, салатики, мимоза, фрукты, картошечка. Все, что мы любим. Так что сейчас садимся за стол и отмечаем день рождения. Скромненько, но главное... Да. Давай, дорогая, за твои 18. Спасибо. Счастья, здоровья. Удачи во всем. Первые крестики вышиты. Такой небольшой летний старт. Самое начало хотелось бы вам показать. И вот как все это выглядит. У родителей я, конечно, без разметки. Просто нашла центры. И буквально три полукрестика сделала. Закрепила эту темно-зеленую ниточку. И пошла отмечать свой день рождения. Там, конечно, совсем было не до вышивки. Ну, в принципе, я потом взяла еще маркер от фирмы Prim. Сделала небольшую разметку. Приехали мы домой. Долго не сидели. Приехали домой, и я еще немножко повышивала. Начало море, либо океана, кругом водичка. Вот в таком голубом, бирюзовом цвете. Начало зелени. Так, и очертания первой лодочки. Вышиваю я по кросс-стич саги, и на данный момент вышито 5%, а именно 2017 крестиков. Вот, на день рождения в этот день я вышла 466 крестиков. Дальше 906, 1 и 2 числа, 645 крестиков. Летний классный старт от фирмы Алиса. Утро на побережье. Хотелось, очень хотелось вышивать именно голубыми, такими синими ниточками. И лодочку решила вышить, а потом снять. Ну, время идет, не получалось, так как много работы. Теперь я показываю вам свой летний старт на начальном этапе. Все как есть. Дальше у меня в планах другой проект. А какой именно, скоро вам покажу. А далее на моем канале продолжаются уже летние старты. Есть немало наборчиков, которые хотелось бы вскрыть, конечно, начать повышивать. На этот раз я выбрала вышивку на деревянной основе, но вот только... Думаю, какой из наборчиков первым начать? Маяк,
отщепки совместно с фирмой МП-студия, либо вот такой чудесный кораблик. Склоняюсь, скорее всего, к кораблику. Маячок тоже замечательный, интересный, яркий. Но в первую очередь хочу вскрыть этот набор. Недавняя новинка. Размер 18 на 18 сантиметров. Размер готовой работы. Дизайнер Анжелика Иванова. Ну и, в принципе, давайте вскроем. Посмотрим, что у нас там внутри. Какая комплектация. Ниточки, деревянная основа и так далее. И так далее. Так, пошуршим немножко. Смотрим. Инструкция, как вышивать. Сразу мы с вами видим здесь ниточки на планшетке. Вот такой, вернее, органайзер. 13 цветов Мулине гамма. Вот такой белый, черный, серый, коричневый, коралловый, красный, голубые. Вот они, 13 цветов. Так, и наша деревянная заготовка. Вот как она выглядит. Смотрите. Так, кораблик с облаками, кораблик в море, перфорация замечательная. Ну и, в принципе, вот здесь я буду вышивать. Так, а это вторая деревяшка, задник, которому нужно будет пришить впоследствии, в дальнейшем, свою вышивку. Схема. Цветосимвольная схема. Бэкстич, как видите. Здесь имеется у нас ключик. Вот такие значки. Так, обозначение. Вышивка полым крестом в три сложения, в три ниточки. Бэкстич в одной и в две ниточки. Вот деталь А и деталь Б. Ход работы, полное подробное описание, как нужно вышивать и оформлять. Ну что ж, начну я, пожалуй, замечательный сегодня кораблик вышивать. А в дальнейшем буду делиться с вами своими продвижениями. Второй летний старт. Старт и сразу финиш. И это, конечно, неудивительно, так как размер готовой работы небольшой. А именно, напоминаю, 18 на 18 сантиметров. И при всем этом еще не полная частичная вышивка крестиком. Вышивка полным крестом в три сложения, есть бэкстич в одну и две ниточки. И вот, пожалуйста, получился вот такой замечательный, красивый кораблик. Одинокий, плывущий кораблик по волнам океана. Белые паруса, в самом верху красный флажок. Может, он как-то по-другому называется. Ну, в целом, картинка мне нравится. То, что я вижу, впечатляет. Красиво и мило все смотрится. Сложности особо не было. Если сравнивать, например, котиков от МП-студии, которые вышиваются на деревяшках, там светлые ниточки, конечно, очень часто загрязнялись. Ну, а здесь я обошлась, скажем так, малыми потерями ниток. Вот. В частности, паруса вышивались белыми и светло-серыми, да, плюс темно-серый цвет. Ну, пару раз я поменяла ниточку, потому что серела на глазах, загрязнялась. Ну, а так, в принципе, все замечательно, придирок нет. Вот они, ниточки, остатки ниток. Ниток хватило. И здесь, кстати, уже длиннее нарезка нитки были сложены в два раза на органайзере. Вот такой результат. Осталось еще, конечно, оформить. Я хотела еще добавить свою изюминку. Как-то украсить, разукрасить. Ну, посмотрим. Вышью вторую работу и, скорее всего, возьмусь за оформление. После того, как я вышила свой кораблик, мне захотелось через некоторое время вскрыть еще один наборчик от этого производителя. Именно парный дизайн. Вот с таким маячком. Красивый, симпатичный маяк. Планировала я, конечно, вышить
сразу две эти работы, показать вам свои летние старты, три старта, плюс два из них финиша. Но не получилось, не судьба. Пропало настроение и вдохновение. Наверное, почти около месяца я не вышивала. Вот такое начало, мои первые крестики, первые волны океана. И пока на этом все. Сейчас я соскучилась по видео и решила вам все-таки смонтировать данное видео, показать летние старты и финиш. Летний финиш вот с таким корабликом. Ну что ж, после того, как мне исполнилось 40 лет, в нашей семье пошла череда грустных событий. В скором времени срочным порядком забрали мою маму в больницу на сложную операцию по удалению кисты на почках. Благополучно все прошло, конечно. Ее выписали. Еще не сняли швы. Приходит очень грустная, печальная новость. Умерла моя бабушка. Не стала той любимой бабушки, которая меня учила делать первые крестики. Вышивать крестиком, гладью, болгарским крестиком. Она мне также показывала, как вязать спицами и крючком. Вдохновение пропало. Были очень грустные мысли, конечно, и не хотелось даже за вышивку садиться с этими мыслями. Было много работы, я вообще полностью с головой ушла в работу. Работала, работала, сил не было на вышивку, и поэтому не вышивала. Через некоторое время, после того, как похоронили бабушку, мои родители заболели ковидом. Они попали в больницу сразу. Оба, мама и папа. Понимаете, да, какой волнительный момент? Одни стрессы, переживания. Хотела поделиться с вами такими грустными новостями. Вообще рассказать, что сейчас творится в моей личной жизни. И что у меня именно с вышивкой. Девочки, многие интересуются. На этом, наверное, все. Буду с вами прощаться. Берегите себя и своих родных и близких. Особенно родители. С вами была Алла Белочка. До новых встреч. Всем пока-пока.